Всем привет, вы на канале Назарвайвер, да, сегодня мы будем играть в Хид Онлайн. Я вот такой скин, где я второй контейнер открыл. Не, немного осталось. Давайте войдем в партию, я сегодня вам покажу пару нычек. Я оставлю ссылку на этот канал, просто на канал. А мне очень нравится, что он снимает про Гренни, я ее хочу снять потом. И нычки, и пару моих нычек. Это вкусно. Сейчас мы победим, это точно все. А, нет. Ладно, мы проиграем, может быть. На этой карте есть пару нычек. Я вам покажу еще один трюк, как провалиться под текстуры. А только 22. Я сейчас остановлюсь, сниму, посмотрю быструю рекламу. Вот я продолжил. У меня только нубы. Единственный про. Вы сейчас увидите, как у меня. Их пулеметчики такие. У меня лучше. И этот лагающий. Мне не нравится лагающий. Я уже не хотел посмотреть. Все. Ай-яй-яй. Прямо не повезло. Я хотел. Следующее это вот каша. Ну, где мне тоже можно показать. Тоже есть нычка. Только у меня она получится. Но у меня тут не все. Это вот провал под текстуру. Я сейчас попробую его сделать. О! Смотрите, я их обманный режим сделаю. Меня сейчас начнут стрелять, а я провалюсь под текстуру. Ага, они попались. Извините, что мы теперь будем лететь это все время. И перемотаю пока что. Сейчас я продолжу, когда будет уже 1 минута. Вот я продолжу, видите, как мне уже колбасят. Колбаски. У меня выйдет, может быть, видео одно. Я это вчера было снято. Про мой кемпинг. Пошли одни день. Я там птицу так близко. Я такую просто сделал, что я могу приближать, и я... Там просто приблизил птицу, просто. Вы сможете ее разглядеть. А, меня сейчас вылечит. Шутка. Но если вылечит, я больше так не буду делать за 2 минуты. Вы посмотрите, что было раньше, и теперь как меня со мной сейчас что. Ух, 9. Я что, лучший игрок? Нет. Не самый лучший. А, вот и я. Вот сейчас мы разберемся со всеми. На рюмочка, кауста. Давайте-ка. А, я завидел, кто-то тут был. Вы увидели? Какой-то был чувачок. Думаю, сейчас я не знаю. Это не ты. Это он там спрятался. Ах, мелкая колбасунка. И что я не играю на компьютере, я на планшете. Просто на планшете. У меня до сих пор гипс. Ставьте лайки и подписывайтесь, чтобы у меня быстрее не было гипса.
Мы еще 22-го поедем на еще один кемпинг. И вы, я сниму хорошее там видео, попробую. А, не-не-не-не, он не сбежит. Он. Да я его уже водила, не он. Чего он уже... Это ты! Я же знаю, это ты! Не надо валить! Не надо тебе! Да он серьезно, он думает, что я его не найду так просто. Я его найду за... на раз-два! Я его... Ты думаешь, ты от меня так легко скроешь? Чего он лагает? Я таких не люблю. Или у меня лагает? Ну, это у него лагает. Лагач — это круто другим. А мне вот... Ты уверен? Мы против троих. Ох, сейчас мне не повезло. Сейчас вам покажу еще парочку нычек. В этой же комнатке. Не в этой. А, мы в ней же редко прячешь. И вот тут. А, вот тут дочка. Тут как под за книжкой, может быть, не будет видно мой смайл. Но это нельзя. Пробежались, ага. Выпишите ваши нычки в этой игре. Лазерки. У меня скоро еще осталось немножко. До нового контейнера. Все два. Чтобы знать все в этой игре, надо в нее играть целый год. И пишите, какие вы карты хотите, чтобы добавили. Если... Например, да, там попросят добавить многие бассейн. Я напишу под этой игрой, и мои друзья, мне тоже напишут, Сашу его зовут, он тоже в эту игру играет. Мы напишем, что вы сделали новую карту бассейн. А я хочу полицейский участок, новые вещи. И какие вещи вы хотели бы, чтобы добавили? Пока, пока. Посидим и больше наловим. Рыбу ловим. Не знаю. Вы скажите мне... Свечи. Я вижу, что внутри стакана, в нем ничего. Ага. Сейчас покажу вам что. А, нет. Вы что, меня нашли? Пацаны. Свиньи. Это правда не свиньи. Не найдут и меня. О, вот это хорошая ночка. Вот тут вот просто бомба. Вот так вот. Они тут не увидят через эту щель вот эту. И вот там вот. Это просто хорошая ночка. У меня 10 жизней. Пожалуйста, я хочу выжить. Ну и же. Я один против двоих, вы понимаете? Что-то слишком тут мало. Ой. Хоть бы выжить. Я надеюсь, я выжу. Просто не верю. Ай-яй-яй. Конечно. Ну опять она мне уже достала. Да
Поштала. И пишите ваш ник в комментариях. Не копируйте мой ник. А то это не круто. Я что-то творю непонятно. Чего? Значит, тогда список игр. Давай, я обновляю. Не понимаю, ну что, как интернет. Я сейчас просто иду в другой комнату, только мне придется отключить игру. А, не, ну. Включить игру. Я его остановить могу легко. Не, а, не стреляй. Стрельну. Не, а. Я же сказал, не. Ты что возле меня прыгаешь? Пацаны. Как? Если бы тут не было бургера, я бы был в шоке. Просто в одном шоке. Тут чаще одни бургеры. Да, я перейду в комнату. Я опять продолжу. Я сейчас могу подтягиваться. Но это проблема с интернетом. В Грэмми такого не будет. Это какой-то уже игру. Эта команда слишком лагает. Да тут одни бро! Все тут. Это что, нуб? Этому же какой я сейчас свяжу. Ему не повезло. Среди вот про. Вот не про. Вот про. Тут с ним два профессионала играют. Вы понимаете, это как круто. Играть же двумя профи. Профи. И со мной еще профи. Балалайка, лужбайка, я сломаю. Давай. Раз. И вы пишите. Вас ник? Я тоже говорил, кажется, я как всегда все забываю. Да. Они у меня лагают. Это хакеры. Лагающие хакеры. Как с лагающими хакерами играть? Хаки. Хакер. Вот хакер. Крохшох. Лагерь. Написали бы. Не про, ну бы с нами играют. Да. Поднимитесь наверх, посмотрите там. Не понимаю, что с ними творится. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да, он слепой был. Как будто его очки даже не пом... Да он не может стрелять. Нуб. Я не могу с такими нубами играть. Я что, буду единственным про? Он даже не может попасть. Вы серьезно? Это самоубийство творит. Но он нуб. Он не может даже подождать дверь. Ох, молодец, хакеры. Дубинки. Это дубинки. Малыши. О, вот прямо в той комнате, в какой мне нужно. Если еще бургера не будет, я буду таки.
пиваешь. Я хотел сказать, клоун пиваешь. Да я назову возродиться, а не умереть, наоборот. Хочу на него запрыгнуть. Предаю. Залезу в него, это самая лучшая нычка в игре, я вам говорю. А сейчас нас так не найти. Тебе не повезло. И мне. Пока. Мне тут не было. Тут никого не было. Мы просто ослепили. Ушлепили. О, ровно, просто. Это что, моя лучшая нычка? Если они пройдут дальше, они не будут на меня видеть. Я вам это хотел так долго показать. И не мог. Вы меня не найдете. Кто-то с той комнаты. Чего? Хартедекс. Я ее называю Хардетекс. Ха-хакер. Раз. Сейчас мгновение. Под землю. Хардетекс! Отстань! Хардетекс, это он! Это он! Хардетекс, это он! Хардетекс, это они. Я даже не знаю, что такое Хардетекс. А-я! Я придумал новую нычку. Это то же самое, что с той стороны тут. Они, смотри, редко же тут проверяют. И тут они просто не будут видеть, что я тут. И это у самого входа, где они начинают игру и заканчивают. Просто бомбежные. Что значит новые нычки? Скидывайте мне в комментариях ссылку, просто снимайте видео на какой-то программе. Нажимаете на поделиться, нажимаете YouTube, выбираете мой канал, если вы на меня подписаны, и мне отправляете, а не просто, пишите, вы копируете, копируете, потом переходите, нажимаете долго, если вы на компьютере нажимаете на правую кнопку мыши, вам вылазит вставить, нажимаете вставить и... Вы вставляете мне это видео. Я на его могу посмотреть и увидеть ваши нычки. Если вы хорошо пишете, вы как на русском хорошо пишете, тогда напишите мне. Лагаюсь я, пацаны! Как я могу играть с лагами? Да я за ним не бегал. Ну, молодец, я победитель. Я победитель этого века. Этого 2018 века. И напишите, сколько вам лет? А то я что-то давно уже не снимал видео, хочется узнать. Больше ваш. Ой, еще немножко осталось, чтобы мне 4-4. Третий получить контейнер. О, yes. Меня вот в этой партии. А вот это будет у них. Да, ты умеешь влазить или стакан слишком толстый, толще, чем человек? Я вот туда в реальной жизни с первого раза рукой залез. Если что, я чешу себе по лицу. Это видео сколько у нас?
Уже 20 минут ровно. Ну не ровно у меня было больше. Смотрите на это. Сейчас шейчит такой. Уходит такой же стапу на ютубе. Бургером так. Да, это он, хакер. Это он. Он два хакера. Это не я хакер. Я не хакер. Чем меня убивать? Я тут появился. А, меня тут нету. Я хакер. Я не хакер. Шпайка на украинском. Смотрите, я вижу трубку. Трубка. Ты не умеешь ничего. Хот кофе. Хот кофе. Горячий. Кажется, кофе горячее. Я просто не знаю английский. Я просто кофе понял. А хот не понимаю. Если вы можете это перевести, переведите мне. Нету никого? Нету. Мне что-то есть проверку. Конечно. Не проверить надо. Можно? Не, нельзя. Или проверить, если на картину можно здесь. Ну, покажу, что нельзя. Это что-то нечестно просто. Провалиться под текстуру. Вот я тут и сижу. И сижу. Единственное у нас в комнате. Никому меня не найти. Ха-ха. Привет, как делихи? Мазило, мазило. Пара-пара, мазило. Беги, беги, беги. Со всех ног. А тут никого не было. А тут никого не было. Я вам показалась. Тут будет как-то туда сбежать от них. Тут никому не... Я такой стал такой. Привет. Привет. На тебе. Сейчас потрачу все пули, пули, пули. Вот тут вот нереально, что никого нет. Может быть, и реально? Нет. Никого нет. Значит, реально. И по звукам. Вы меня запутали. Ах ты. Прямо стрелкой такой подсвечивался. А я еще одного там увидел. Штульчика. Комп, ты куда гонишь? Комп. Ладно, комп, я тебя не достану. А вот коробочка. Где? Коробюха, это ты была. Там еще кто-то, я вам говорю. Я увидел еще кого-то там. Смотрите, стрелки. А, не попались. Я просто насквозь стенку немножко увидел. Паркурист. Ты где? Тут. Ой, можно. А там кто-то есть. Она просто у меня появилась такая из пули. Вот это тут что-то. Да достали меня со своим лагом. Ха-ха.
могу никого найти. Карабиха, я тебя увидел. Видео у меня же не надолго. Ладно, это последняя партия, и будем прощаться. В следующей серии получим контейнер. Ладно. Всем пока. Сейчас попробую этот опять баг сдавать. Стульчик едет по дорожке. Стульчик едет по дорожке. Спасибо. Всем пока. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ладно. Всем пока.